Наступила предновогодняя пора. Все жители города и области готовятся встречать самый яркий, самый значимый и самый добрый праздник – Новый год. Какие существуют современные традиции празднования Нового года и что готовят ульяновцы на свой новогодний стол? Как все, наверное, наряжаем елку перед Новым годом, печем имбирное печенье все вместе. Ой, ну как мы, пенсионеры, будем праздновать? Шампанское, торт, оливье. Не, ну мы все вместе всегда наряжаем елку. Это вот традиция от моих родителей уже пошла. Мы там за месяц. Мы просто еще, я жил в городе Воркута, а зима там круглый год. И за эту елку мы очень рано наряжаем. Всегда делаем это всей семьей. Пироги. Любят пироги, пирожки до сих пор любят. Я до сих пор им это делаю. А на стол горячее всегда у меня курица с картошкой. Такое большое блюдо. Я все туда сразу с казана и на стол. Ну, конечно, собраться всей семьей дома, посидеть, отметить новогодние праздники. Само собой разумеется. Съездить, возможно, на елку, посмотреть, как украсили город. Покататься на лыжах, какие-то зимние забавы максимально провести именно в эти каникулы. У меня есть семейная традиция – возвращаться в город Псков. А, то есть там будете праздновать? Да, у меня там с отцом, братьями, сестрами и друзьями. Ничего необычного, на кухне соберемся, съедим что-нибудь вкусное, посидим, ляжем спать. Я Новый год буду встречать с семьей, но, как любой молодой человек, я после 12 уеду по друзьям.